рамках капитального ремонта домов в округе проходят работы по замене пассажирских и грузовых лифтов. На данный момент они ведутся в 13 МКД из 39. Качество выполнения в одном из них проверил глава округа Владимир Ружицкий. 56-й дом на улице 3-е почтовое отделение построен 25 лет назад. С тех пор лифты в нем не меняли. Старое оборудование уже отслужило положенный ему срок. Сейчас во всех трех подъездах заменили по одному лифту. В скором времени обновят и другие три. Все по программе. И еще раз повторяюсь, у нас на сегодняшний день через фонд капитального ремонта объемы работ по 2020 году сформированы. Мы некие детали еще уточним. Всего в рамках капитального ремонта в Люберцах заменят 130 лифтов. 30 из них пассажирские. Грузоподъемность 400 килограммов. И 100 грузовых, они рассчитаны на 630 килограммов. Работа закончит в феврале 2020 года. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.